Добро пожаловать на канал Ютаро 365. Вы со мной, я ваш любимый таролог Юлия. Мы сегодня с вами посмотрим тему такого характера, скажем так, будет ли он вас возвращать, вообще, что он будет предпринимать, да, потому что все-таки, да, это все прекрасно смотреть мысли, но надо еще знать, на что мужчина рассчитывает, что он собирается делать. Да, поэтому мы сегодня с вами конкретно этот вопрос и рассмотрим. Будет ли он вас возвращать, девочки? Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. У нас тут очень интересно, много полезного и прекрасная, замечательная атмосфера. Кстати, напоминаю вам, что скоро, до конца этой недели, конечно, я запущу марафон, наконец, и сделаю отдельное объявление. Мы будем с вами восстанавливаться после тяжелых отношений. Количество мест будет ограничиваться, конечно, где-то 20-30 человек, я думаю, я возьму, потому что я бы хотела больше индивидуально поработать, да, с вами. И, конечно, это будет все платно, марафон будет платный. Но деньги не какие-то там сумасшедшие будут, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мои хорошие, давайте посмотрим с вами ваши отношения на сегодняшний день. Что у вас происходит? Что происходит у вас с мужчиной на сегодня? Отношения на расстоянии, у многих треугольники. И, конечно, чувства вы уже поставили себе под вопросом. Да, девочки, я смотрю, вы здесь уже как-то люблю или нет? Вы уже как-то сами засомневались здесь немножечко. Конечно, ждете, что еще проявится. Ждете, хотите, чтобы он пришел, появился, сделал какое-то движение навстречу к вам, конечно, по троечке пентаклей. Здесь есть треугольнички, есть третьи лица, либо влияние от мамы, либо это, скажем так, момент такого вот выбора, да, когда человек повыгоднее себе хочет выбрать почву, понимаете? И называется «игрушку скушать, из дерева не свалиться», вот так, да. И здесь по звезде, конечно, отношения уже очень отдаленные, очень, либо еще, да, допустим, скажем так, не сошлись вы, либо вот тут конкретные какие-то мечтания о вас, мечтания о новых горизонтах у мужчины, да, с вами вот какое-то такое, да, сомневается, кстати, человек, что вы чувствуете еще что-то к нему. Ну что, будет ли он вас возвращать? Девчонки, если ваша сигнификация, ваш товарищ зашел, то поехали смотреть дальше. Будет ли он вас возвращать? Кстати, редко беру эту колоду на общие расклады. Очень хорошая колода. Так, будет ли он вас возвращать? Поехали. Девочки, вы очень ресурсная. Королева Пентакли, мы здесь опять-таки не привязываемся к стихиям никак вообще, да. Я вам хочу сказать, что карты достаточно интересные вышли. Ну что, ждали вы, ждали человека и долго ждали. И, скорее всего, он начнет как-то что-то делать. У очень многих мужчина начнет проявляться, потому что здесь перевернутый, повешенный. То есть он из стагнации, из вот этого повешенного, наконец-то перейдет в какое-то действие, да. Единственное, что мне здесь не нравится, это то, что вы для него как бы ресурс, да. То есть он, конечно, такой человек, который просто так женщину обычную, любую, прям совсем не рассматривает. Это королева пентаклей, которая очень много чего может мужчине дать. Это эмоции, любовь, да. Это время подарить, очень много вложить в мужчину, как-то его там откачивать бесконечно, да. Ну, как-то его постоянно вот возвращать к жизни, скажем так. Ну, и при этом у вас уже такой путь, да, скажем так, нелегкий был в отношениях. Вот не только, скажем так, вам тяжело с человеком расстаться, но и ему с вами, знаете. Потому что не так просто вас отпустить. У тех, у кого были совместные детки, здесь, конечно, дети очень держат, да, и понимает человек, что вы можете закрыть ему, да, вот этот доступ к детям и доступ к себе. У кого нету деток, здесь, конечно, просто человек, как бы, скажем так, заново перерождается. У него все-таки здесь идет такое впечатление, что он
выходит из своей такой ракушки, да, в которой он сидел, там, прятался, да. И здесь какая-то вот, знаете, ностальгика по прошлому, конечно. Ничего нельзя сказать, человек, конечно, хотел бы выйти из этого всего. Но он, конкретно он будет вас возвращать, что он будет делать? Что он будет делать? Ну, у многих, конечно, человек напишет, проявится, девочки, ждите. У кого-то, вот знаете, я когда делаю такие расклады, они вроде и хороши, и опасны одновременно. Потому что прямо во время расклада у многих женщин, мужчины начинают писать смс-ки, звонить, которых там полгода не было мужчин, да, и дольше. Поэтому я обязательно такие ваши комментарии буду ждать под видео, и мне будет приятно, если ваш мужчина проявится, потому что я здесь это вижу. И здесь больше звонки, смс-очки, да, то есть вот в таком вот формате. Десяточка кубков, девочки. Здесь человек вас любит, сейчас у него вспышка моментальная просто. Ну вот это длится уже какое-то время, потому что здесь десятка пентаклей, как мы вот с вами перетасовали колоду, она все равно вышла, да. Здесь, конечно, человек уже какое-то время ностальгирует и достаточно сильно. Ждет от вас, девочки, может кто-то, может быть, что-то, да, должно было такое произойти, либо общение, либо встреча, поздравление с каким-то праздником от вас к нему. Он не дождался и думает, как так? Ну, то есть, вот понимаете, да, есть какой-то упущенный момент, когда он ждал, что вы выйдете на связь, а вы не вышли. И для него это прям, ну как? Как так? К самому ко мне не вышли на связь, да? Тот человек, который сам к вам еще притянется. Он притянется, появится не сегодня, а завтра. Все равно, у каждого, конечно, период разный. Я не могу сказать так, 22 сентября проявится. Ну, у кого-то, конечно, и проявится 22 сентября. Ну, у кого-то через месяца два, полтора, через неделю две. У кого-то сегодня, знаете, ну, по-разному. У вас очень много же. Если появится, девочки, пишите, я жду. Так, а почему до этих пор он не появлялся? Почему? Это что вообще было? А, он в отшельниках у вас сидел, девочки. Он в двойственности сидел, выбирал. Слушайте, вот тут такой вообще выбиральщик, слушайте. Тут такой двойка мечей на выборе он. Он на выборе, девочки. Вы представляете себе на секундочку? Можно выдержать. Отшельник на выборе, это вообще... Ну что, по отшельнику, конечно, человек ушел в себя. Тут человек, пожалевший много, много о чем вообще в своей жизни. Тут человек, такое впечатление, что он всегда как-то вот, у него все хорошее только приходит, он обязательно не ту дорогу выберет, не ту тропиночку, не тот вариант, да, скажем так. Туз кубков, девочки, человек, который, я же говорю, у него сейчас пик, пиковое наполнение вот эмоций, ему некуда эти эмоции деть. Даже если у вас просто эмоциональный жмот, это человек, который уже задыхается в этой, знаете, переполненности, все равно человека там, ну, парное существо, надо куда-то вот это вылить, а, конечно, короткие какие-то быстротечные связи, они не дают, да, вот этого эффекта, да, который вот какой-то обмен эмоциями, его не происходит. Это просто как бы, ну, погулять. Да, ну то есть конкретно что-то он будет делать или он просто хочет? Потому что хочет и будет, это же разные вообще. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Что он будет делать конкретно, его действия? Угу, две карты. Девочки, честно, я же говорю, у многих напишет, позвонит, а кому-то прям приедет, постучит в дверь. И неожиданно резко, девочки, появится. А у кого-то как появится, так и уйдет, потому что здесь многие могут, вы, девочки, многие уже не готовы к нему, во-первых. А во-вторых, многие из вас ждут, чтобы его послать. Поэтому здесь очень-очень интересная ситуация. Ну и пентакливая, конечно, карта. Мужчина очень надеется, что вы его сидите, ждете. Окно у вас тут, эти жалюзи подняты, шторка откинута. Вы сидите у окна и смотрите, где там мой, ну, выглядываете. Да, у меня здесь окно просто. И выглядываете, где там мой красавчик.
да, то есть он надеется, что вы еще все-таки где-то там в глубине души ждете. Так. Ну и с чем он к вам придет? Так, чтобы, знаете, предупрежден, значит вооружен. С чем придет? С чем пожалует? Выяснять отношения будет девочки. У кого была любовница, и вы об этом узнали, и мужчину отправили. Здесь мужчина, который все равно не отпустил эту женщину, это раз. Второе, мужчина вами живет, абсолютно точно, потому что там, где он находится, я не вижу. У меня перевернутый рыцарь кубков, да. Тут с какими-то с выяснениями отношений. Кто-то пьяненький придет к вам, да, девочки, пьяненький. И, знаете, тут он такой придет, вроде как с видом, что я готов взять ответственность, король пентаклей. Я сейчас возьму за тебя ответственность. Но, девочки, смотрите, под вот этим поклоном скрывается очень многое. Очень внимательно мужчину, да, считывайте. Включите режим наблюдателя, как я говорю. Обязательно смотрите на его действия, на его поступки в первую очередь, а не на его слова, как мы обычно, девочки, это любим, да? Так. Совет от карт вам, если он придет, что делать? Что делать? Что делать? Ну, девочки, если хотите шанс с мужчиной, пожалуйста, дайте ему шанс. Если не хотите шанс, то это ваш шанс на не продление этих отношений и на то, чтобы вы, в конце концов, были последним словом в этих отношениях, а не он. То есть вы понимаете, да, смысл, я надеюсь, вы улавливаете. У меня очень такие высокоинтеллектуальные люди на самом деле на канал заходят. И поэтому я вам скажу так, что здесь конкретно по тузу пентаклей это ваш шанс себя как-то вот, да, поставить на тот кон, что вот ты понимаешь, да, уровень теперь. Вот ты пришел, ты теперь осознаешь вообще уровень женщины, с которой ты находился. Ну а теперь давай, будь здоров, Вася. А кто хотел, у кого мужчина не так долго и не так плохо совсем себя повел, здесь, конечно, можно еще восстановить отношения. И, пожалуйста, девочки, вот здесь на дне колоды у меня падает королева кубков. Пожалуйста, очень внимательно со своими кубками, чтобы вас там эти эмоции прям не разорвали, понимаете? Поэтому очень осторожно с эмоциями. Вот так вот. Мои хорошие, у меня сегодня для вас все. Я думаю, что очень интересный, аналитический, классный расклад. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите ваш комментарий внизу. Все комменты читаю, девочки, абсолютно все. Даже если их 1000, я всегда читаю комментарии. Приходите, помогу, чем смогу. Если нужен личный расклад, под видео там вот можно открыть такую вкладочку. И там будет ссылка. Видео, я в видео рассказываю, как проходит личный расклад. Вот такой вот сегодня у меня был сегодня расклад для вас, мои хорошие. Всего доброго вам, увидимся в следующем ролике, до свидания.